Ангел, Лапушка, Лейла, Илона, Джейн, Карта, Изабель, Моника, 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 Моника. Так. Алло, Моника? Да, красавчик, я тебя слушаю. Как ты меня назвала? Красавчик. Да у тебя просто дар видеть людей на расстоянии. Да, ближе к делу, а? Погоди, крошка. Чего хотел? Встретиться, что ли, надо? Да, я просто жажду с тобой встретиться. Как ты догадалась? Да не сложно было догадаться. Спасибо. Это я не тебе. А. Секунду, извини, пожалуйста. У вас какие-то проблемы? Нет. Просто лучше бы я сама занялась этими вот проститутками. А, займись своими делами, пожалуйста. Алло, я здесь, крошка, здесь. Да я тоже здесь. Вообще, ты мне очень нужна, Моника. Да я всем нужна. Но по другому делу. А-а-а. Дело в том, что я частный детектив и ищу убийцу Джины. А, ты что ли к нам около ментовки подваривал? Ага. Только вы тогда с подружкой слегка меня не поняли. Ну, оно и не удивительно. Сам на допросе бывал, так что представления имею. Короче говоря, я хочу, чтобы вы помогли мне, а я, в свою очередь, могу помочь вам. Я могу к вам подъехать? Да, приезжай, мы на Ордынке, возле метро Третьяковская. Погоди, погоди, не трахти, я запишу. Это Малая Ордынка. Малая Ордынка. Дом 38. Дом 38? 38. Вера Ивановна, вот вам очень важное задание. Ознакомьтесь с этой брошюрой, посмотрите картинки и постарайтесь выяснить всю информацию об этой милой секте. Какое дурацкое название. Вестники страшного суда. Ну уж какое есть. Эту брошюру я нашел в доме у Джины. Возможно, секта станет еще одной линией расследования. Ну, спасибо. Я-то думала, ты боишься доверить мне серьезное дело. Милая Вера, по-настоящему я боюсь только одного. Влюбиться в вас без памяти. И потерять покой и сон. Работайте.